Объединение разных муниципальных систем в едином аппаратно-программном комплексе «Безопасный регион» — задача настолько же необходимая, насколько и трудная. Дело в том, что у многих муниципалитетов уже есть собственные и довольно неплохие системы видеонаблюдения. В Одинцово, например, это АПК «Безопасный город». Свести их воедино и заставить работать под управлением общего оператора технически сложно. Именно поэтому разработкой аппаратно-программного решения проблемы занялись сразу несколько серьезных компаний. Теперь предстоит нелегкая задача – выбрать из трех проектов лучший. 11 мая зампред областного правительства Дмитрий Пестов знакомился с одинцовским пилотным проектом, продвигаемым компанией «Техносерв». Все, что касается безопасности, у нас на первом месте, поэтому сегодня мы довольно детально проработали вопросы реагирования на закладку возможного взрывчатки при террористической угрозе в районе школы. Мы реагировали на подтопление, когда у нас весенние паводки. Мы посмотрели, как реагирует система на различные ситуации форс-мажорные и как быстро оповещаются все смежные службы, силовой блок, службы ЖКХ и так далее, скорая помощь. И так довольно наглядно была продемонстрирована система действий в режиме реального времени. В ближайшие несколько недель Одинцовскому району предстоит изучить все детали решений, предлагаемых для объединения системы, и проработать со всеми заинтересованными сторонами сопутствующие вопросы. Плюс к этому нужно сформировать конкретные технические задания, которые позволят определиться со стоимостью такой интеграции. Победит, очевидно, тот, кто предложит наиболее технологичный и дешевый вариант. Силовых структур много и закрытой информации, много специфики, много своих технологических цепочек, как реагировать на различные ситуации. Поэтому мы проводим такой мозговой штурм совместно. Но когда выйдем на конкурсные процедуры, то, соответственно, победит сильнейший. Сегодня в Одинцовском районе работает уже почти 1500 уличных видеокамер. Практика показывает, что в местах их установки количество правонарушений снижается в несколько раз. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».